Я приветствую всех из Одессы. По традиции, выходной день, мы с вами прогуливаемся в центре города, возле нашего прекрасного, красивейшего оперного театра. Красота, конечно, неимоверная. И вот этот соседний отельчик тоже симпатичный. Очень даже. Красивые вот эти деревья. Если вы смотрели мои видео зимой, вы могли наблюдать, какие они были некрасивые. Такие кочеры какие-то торчат из земли. Вот. А сейчас вот так вот красивенько их за ними ухаживают, чтобы они не становились такими длинными, знаете, высоченными. Чтобы они были такими маленькими и пушистенькими. Вот такая вот красота сегодня.